меня уже! Помогите! Не вижу цель! Что делать? Спасибо за помощь! Вперед! Принято! Сбрасываю бомбу! Есть контакт! Отмена блокировки. Дела больше нет. Теперь мы отвечаем за этих людей. Мы не можем их подвести. Он уже убил Иоанна! Нельзя, чтобы наши братья и сестры тоже погибли! Отец нам велел защитить бункер! Если мы не сможем защитить это место, нам не выжить! Не плачь, дружок, уже... Если мы не сможем защитить это место... Не дайте ему найти помощника! Больше не могу! Бог давно про тебя забыл! Он уже убил Иоанна! Нельзя, чтобы наши братья и сестры тоже погибли! Иду вперед! Я за тобой! Он пришел за помощником! Добро пожаловать в будущее. Я счастлив, что мы будем там вместе. Добро пожаловать в будущее. Я счастлив, что мы будем там вместе. Отец нам велел защитить бункер! Вставайте, мелкий засранец! Помогите мне! Спаси меня! Где моя семья? Я признаю свои грехи. Я исповедуюсь. Отпустите! Сопротивление обречет нас завернуть.
счастлив, что мы будем там вместе. Я ваш отец. Вы мои дети. Поэтому я дал вам укрытие, чтобы вы могли жить. Покажи, на что способен. Дайте ему найти помощника! Милуй! Любовь отца остановит гнев. Вот! Ивану! У тебя нет шанса! Вновь я тебя вижу! Этого не может быть! Ты пожалеешь, что пришел сюда! Отпустите! Уходим! Подозреваешь, что тебя... Отец милостивый! Отпустите нас! Добро пожаловать в будущее. Я буду жить вечно, а ты сгниешь. Я не хочу здесь умирать. Твое время тоже придет. Я сделаю, что хотите. Я ваш отец. Отпустите нас! Вы мои дети. Поэтому я дал вам укрытие, чтобы вы могли пережить надвигающуюся бурю. Ты вернешься. Что-то... Что-то происходит. Все сраные дымщики внезапно забегали. Стали закрывать двери. Нас всех заперли. Я думала, что застряла тут навечно. Выродок!
Он спускался сюда, становился в сторонке и смотрел. Мы молили о помощи, а он просто смотрел. Другие. Так, я тут не одна, были другие. Их нужно спасти. А потом сжечь это место к херам собачьим. Помоги. Или не мешай. Ну, нам нужно попасть в центр управления. Только оттуда можно открыть клетки и выпустить остальных. Когда все закончится, подстрелю и зажарю индейку. Открыты. Я так соскучилась по охоте. Подбегай! Он хочет забрать нас! Так, ты попадешь в центр управления. Увидишь там пульты. Разнеси их. Черт, ЭДМщики! Нам людей не вытащить!
тебе башку пробью! Ребят, отбавлю! Не убей! Начните процедуру эвакуации. Внимание! Внимание! Тревога! Тревога. Начните. Вот, пробирайся наверх. Здесь годами ничего не трогали. Если что заклинит, стреляй по петлям. Тревога. Тревога. Электросеть отключена. Вот черт. Нельзя открыть все замки разом. Здесь защита. Придется открывать блоки по очереди. Электросеть отключена. Неплохая идея. Лезь дальше. Как доберешься до верху, попадешь на склад, где сектанты хранят топливо и блажь. Сбой системы. Сбой системы. Начните процедуру эвакуации. Вот так, стреляй по цистернам. Так, поджигай. И проследуйте к ближайшему выходу. Дима,
главный люк вручную. Начните процедуру эвакуации. За мной! Давай! Необходимо открыть главный люк вручную. Начните процедуру эвакуации. Необходимо открыть главный люк вручную. Привет! Твою мать! Никогда раньше такого не видел! Я знал, что мы не зря тебя спасли. Эй! Ты вернул то, с чем мы попрощались. Надежду и округ. Что бы ни случилось, мы с тобой. Эй! А ты не промах, салага. И, судя по всему, ты теперь здесь главный. Если вдруг что-то понадобится, ты только скажи. Печать сломана. Моего брата мало кто любил. Его боялись. Никто не понимал его. Кроме меня. Иоанн не был монстром. Просто в детстве он оказался лишен семьи. Он был любящим, добрым, радостным. Он был легкой добычей. Он ошибался.
Даже сходил с пути добра. Но он был моим братом. Тот, кто повинен в его смерти, будет наказан. Я обещаю это. Нас от сраных сектантов.